Трехэтажный дом горит, а народ кругом стоит, рассуждает между собой, а то горит, пойдем домой. А дом горит, 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 а народ кругом стоит, а я сел кругом гляжу, а дом горит, а я сижу. Я сижу и не пойму, пламя нет, а все в дыму, а что такое за пожар, а только зря сюда бежал. Папиросу закурил, а сосед остановил, папиросу потуши, а дым чай вон валяй дыши. А пожарник на стене топором махает мне, дескать, что же ты сидишь, а погляди, ты чай горишь. Я к пожарнику скорей, дескать, ты меня залей, а пожарник мне в ответ: подождешь огня тени. Подскочил я в тот же миг, и поднял я страшный крик, поглянулся, поглядел, а я на головнях сидел. Я хотел бежать домой, а сосед кричит: постой, чай немного постоишь, а ты ветлеешь, не горишь. Прибежал домой с пожара, голова болит с угара, а навстречу мне жена: ох, батюшки, обгорел, как сатана.